обычный будильник старый, пружина, на заводной ключ припаяна катушка. На шестерне стоит этот самый, я не знаю, как это называется, сюда был с проволочки кивок припаянный. Вот. Происходит выкладка, начинает подматывать. Опуская на дно насадку, мордышкой, с крючком, происходит завод. И потом фиксируешь кивком. Вот здесь стоял прикрученный подсекатель на модельной резинке. Вот тут стоял подсекатель на модельной резинке. Он был связан с кивком. Кивок поднимается, выкладка происходит. Сразу подсечка происходит, он проволоком вот так вот раз подсекал и подматывает рыбу. Здесь подставка была с отверстием. Лунку накрываешь. Вот только она всего одну плотву поймала, и мне потом это дело надоело, не понравилось. Я сказал, что это не мое. А так хотел весь старый сал там заставить и мешками рыбу ловить. Вот. Рывок рыбы происходит за вход. Вот, завод. Какие чудеса мы творили лет 13-15 назад.